Ульяновской области завершили год изобретательства и инноваций. За это время проделана огромная работа. Проведено более 200 мероприятий, направленных на поддержку технологического развития, участие в пилотных проектах, внедрение изобретений, открытие центра интеллектуальной собственности. Все это бесценный опыт, который готов взять на вооружение вся страна и даже весь мир. По признанию многих мировых экспертов, Российская Федерация или Советский Союз – это самая изобретательная страна в мире. Может быть, это связано было с тем, что у нас были какие-то ограничения в бытовом плане, поэтому наше население, ну, фактически было вынуждено, наверное, изобретать. Но сейчас эта жилка, она сохранилась. У нас очень много талантливой и молодежи, и людей старшего возраста, которые сегодня именно творят. Творят в научно-технической сфере. Продолжит развиваться сфера интеллектуальной собственности. Огромную работу и правильность обозначенных проблем и решений в этой области признают даже федеральные эксперты. Опыт нашего региона считают уникальным. Ведь именно в Ульяновской области создаются новейшее программное обеспечение. Именно здесь придумали и производят прибор «Эталон», который позволяет любому автовладельцу знать абсолютно все о судьбе своего автомобиля, где бы он ни был. В этом плане Ульяновская губерния, Ульяновская область, номер один в России, потому что это первая столица изобретательства в России. И вот быстро пролетел этот год, жаль, что он заканчивается. Но я думаю, что год заканчивается, и как бы на будущий год будет, может быть, другая столица изобретательства. Но как была Ульяновская губерния столицей изобретательства, как она показывала пример всей стране, так я думаю, что и будет. Она лидером в этих всех, вот в этих всех вопросах. В каждом смартфоне есть излучатель поверхностных волн, открытый академиком Гуляевым. Изобретение профессора Кондратенко – сенсорный экран устройства. Без этих составляющих неотъемлемый атрибут современного человека был бы просто невозможен. Сделать так, чтобы каждая светлая мысль приносила пользу прежде всего России и региону, и был призван год изобретательства. Президент России в послании Федеральному собранию отметил это направление развития как важнейшее. И Ульяновский регион оказался не только пилотным, но и смог стать флагманом в этом процессе. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.